Так, по центре кладу крысу домой. И сейчас будем тапки делать. Так, смотрите. Не зря я их не выкидывал. Вот у меня есть бутылочки. Только они не пустые. Сейчас, ну... Вы готовы? Готовы? Сейчас. Это у меня видеоблог уже пошел. Ой. Я извиняюсь. Не та камера сейчас. Ой. Так. Бутылка номер один. Бутылка с водичкой. Сейчас мы убираем. Так. Product placement. Убираем. Еще. Так, это раз. Это два. Теперь смотрите. Ну, тут еще материал, как вы понимаете. Значит, в видео было сказано чуть-чуть раскрутить. Ну, ладно, сейчас. И притоптать. Так, закручиваем. Это первый тапочек будет. Тапочек номер один готов. Так. Второй тапочек. Так, тоже закручиваем. Не-не, сейчас еще надо... Сейчас я из них подвыпущу. Так, вот получились тапочки. Вот, зацените, тапочек получился. Не, ну вообще охуенно. Ну вообще топово. Но они, правда, скользкие. Алло. Алло, алло, потеря связи произошла маленькая. Маленькая потеря связи. Алло. Зачем тебе вот это? Что это за тапки? Это тебя комбат научил или что? Это тапки. Ты сам придумал? Тапки за 1 000 000 баллов. За 1 000 000 баллов? Да. Это ты учишь, как людей мусор не выбрасывать в пластик? И как делать... Это для огорода, там, на что пойти, если... На что пойти? Ну куда там? Ну там Чернобыль, если хочется исследовать. Давай я твоим зрителям тоже хочу показать. Видно? Давай, Пух, покажи. Видно всем? Ну, крутые тапки. Ну, их надо на практике, я думаю, на природу там их взять.
Бассейн, думаю, нормально. В бассейн вообще топ будет, да. Да, да. Да. Ну, тебе нравится? Ну вот в зал пойдем, вот в бассейн. Ну тебе нравится, вот скажи. Ну да, да. Красота. Только немного шумные. Ну чуть-чуть шумные, да. А чё шумные? Охуенные. Бля, охуенные тапки, блядь. Интересно, я их вообще смогу снять сейчас? Сейчас я, ну надо же, ну чтоб это были тапки, они должны быть съемные. Надо проверить, ну на съем и на надевание. Ля, тапок, блять, вот что это, если не тапок, нахуй, хейтеры ебаные. Это тапок, блять. Ля, идеальный. Покиш, а ты можешь как модель в них пройти для рекламы? Ну давай. Ну они большие сильно, пол. Да нормально. И как модель пройти? Сейчас. Ну ебаш. Покажу как модель. Охуенно. Охуенно. Все, Пух, я тебе их дарю. Нет, это ты на свою лапку делал, на меня небольшие. Давай тебе сделаем, у меня есть еще бутылки. Бля, реально удобно. Хуяк надел. Бля, охуенные тапки. А ну, снять смогу? Бля, они снимаются легко, как тапки, реально. Хуяк? Охуеть. Мне кажется, я изобретатель какой-то жесткий. Ну, на уровне индусов, наверное, даже. Ладно, пацаны, рассказываю зашкварную историю. Бля, она очень зашкварная, мне кажется. Деревня. Мы с пацанами гуляем. Я не помню, мне было, может быть... Ну, либо 9, либо 10. Короче, от 9 до 12 лет. Я точно не помню. Гуляем. Ладно, гуляем с пацанами. Находим, на земле валяется презерватив. Такой чисто открытый, в пыли валяется. Чисто на земле, на дороге. Вот, и мы такие: ебать! Охуеть! Это что, блядь? Вот, ну и самый умный говорит: это... презерватив. Я такой: чё за хуйня это, блядь, такое вообще? Он говорит: это надевается на хуй. Я такой: нахуя? Типа, зачем, блядь? Вот, ну и мы начали такое, ну типа, рассматриваем, изучаем, в первый раз видим в жизни. Вот, и я такой смотрю: нихуя, чё за хуйня, блядь, нахуй оно надо? Вот. Ну, внутри, вот, ну, в моей памяти внутри ничего не было, чтобы вы понимали, да? Вот. Было предположение, то, что кто-то в машинке потрахался, да, его просто выкинул, но в моей памяти, ну, внутри не было ничего, его просто как будто кто-то достал, может быть, уронил и все такое. Вот. Ну, да, мы выпили, короче, все. Вот. Ну, и мы пошли такие, что-то, и... А мне что-то жестко захотелось, по-моему, срать, блять, или ссать жестко захотелось. Ну, и мы пошли ко мне, короче, домой. И я такой говорю: а чё это? А дай-ка посмотреть, блядь. Чё это за хуйня? Дай-ка я гляну. Вот, ну и взял такой, типа, блядь, и пошёл в туалет срать, и думаю: ну, блядь, ну чё, ну раз он нахуй надевается,
ну, надо же попробовать, типа, ну, нахуй нужен, блядь. Типа, в чем прикол? Я, ну, я должен был узнать, это, ну, такой вот детский интерес, понимаете, любознательность. Вот, и я думаю, сука, ну, что там, блядь, какой-то, конечно, грязный, блядь, и уже какой-то распакованный, но интерес, вот этот вот интерес, блядь, был, он был выше моих сил, понимаете? Вот, ну, я что-то такой, типа, думаю... Что-то в туалетике, блядь, никого нету, пацаны ждут, я какаю, думаю, типа, хуяк, ну, натянул я, короче, на своего крюкозявра, вот, думаю, ну и нахуй оно надо, вот, ну, вот этот вот уёбский в пылюке, блядь, который с земли подняли, вот, что-то я, блядь, такой хуяк его, думаю, ну и нахуй оно надо, вот, сейчас, думаю, вернусь к пацанам, они будут спрашивать, куда я дел. Вот, ну и, короче, я его такой выбросил в унитаз. Ну, я не хочу, чтобы пацаны дальше гоняли с ним, который снят с моей хуяки, да? Вот, и пацаны говорят, а что это вообще, где гондон-то? Вот, я говорю, ой, я какал, короче, и уронил его в унитаз, этот, в очко в деревенское, там, где говно в яме. Я его, короче, я срал и, ну, там, рассматривал его и случайно уронил, пацаны. Ну, и все так расстроились, что-то жестко, вот. Так. Ха! Ну что, Кирилл, не ожидал то, что я приду к Вау, тебе? Вау, ты Леди Баг? Нет, я Суперкот. Вау. Я хочу, чтобы ты оценил мое изобретение. Охренеть, блин, реально прикольно. Прикол. Давай этому мистеру Фрозу дадим, чтобы он не ходил. Прикольно. А на улице будешь не ходить? Ну, я думаю, нормально, да. Это от комрада? Да, да, да. Прикольно. Но, понятно, но это чтобы заботиться о природе. А в них можно ДНБ танцевать? Привет всем. Все? Ну, как тебе вообще? Нет, ты просто, я если нет тапочек, и ты пойди... Ну-ну. Чебоксары не пойдут, прямо снайперы сосут. Ну ладно, не важно. Ну ладно, не буду отвлекать вас. Все, давай пока. Ёбаная крупа, блядь!